Друзья, сейчас мы все обсуждаем только эту трагедию. Перед началом просмотра видео подпишитесь, пожалуйста, на наш новый канал. Ссылка на канал будет в описании под этим видео. Сегодня рано утром в 12-ю городскую больницу серьезной травмой головы был доставлен известный российский актер из 90-х Марк Горанок. У нас есть информация о том, что он находился на одной из закрытых вечеринок с российскими звездами шоу-бизнеса. Там произошла драка. Говорят, что кто-то из известных актеров ударил его по голове бутылкой из-под шампанского. Присутствующие сразу же вызвали скорую помощь. Кто этот актер, сейчас выясняют сотрудники полиции. Марк Горанок находится в больнице с серьезной травмой головы. Более подробную информацию, друзья, тем более всю правду об этой всей трагедии, вы узнаете уже завтра на нашем канале, в нашем новом выпуске.